Давид сказал, ты просвещаешь тьму мою. Я раньше пытался бросить вредные привычки, пытался изменить свою жизнь. Но когда Дух Святой пришел внутри меня, Он изнутри меня начал менять. И поэтому то же самое. Если ты пытался изменить свою жизнь, если ты пытался оставить какие-то грехи, оставить какие-то привычки, знай, что ответ в Духе Святом. Когда Дух Святой приходит, Он тебе дает силу побеждать. Он разгоняет твою тьму. Ту тьму, которую дьявол поместил в твою душу, когда ты не знал Бога. Но Дух Святой приходит и прогоняет тьму, и наполняет тебя своим светом. И как Иоанн сказал, Иисус будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иисус это тот, кто крестит Духом Святым. Тот, кто погружает в Дух Святой. Вот кого Иисуса мы верим. Не просто в Иисуса, как некий религиозный догмат или доктрина. Мы верим в живого Бога. Мы верим в живого Иисуса, который сегодня погружает людей в Дух Святой. Аллилуйя! Я верю в Иисуса, который сегодня крестит людей Духом Святым и совершает свои чудеса. Слава Господу!